старую сдувшуюся или растрескавшуюся краску, наносим на нее средство для смывки старой краски. Его можно купить где-то в строительных магазинах, можно в специальных каких-то автомагазинах купить. Ну, так и называется. Средство для удаления старых лакокрасочных покрытий. Потом это средство мы смываем растворителем, чтобы его нигде не осталось, в каких-то укромных местечках, в пазах и так далее. Потому что дальше будет опять вздуваться. Все вытираем насухо бумажным полотенцем, чтобы нигде не осталось растворителя там или этого средства. Перемотовываем орбитальной машинкой. Градация наждачного круга 180, где не можем подлезть орбитальной машинкой, тоже наждачкой градация 180, зашлифовываем какие-то неровности или какие-то неудалившиеся кусочки краски от руки, все хорошенечко выдуваем. Потом еще раз обезжириваем. И какие-то неровности, сколы, где-то может какие-то небольшие маленькие трещинки там или еще что-то в этом роде. Все это выравниваем шпатлевкой. Зашлифовываем шпатлевку 180-й наждачкой, потом перебиваем 180-ю риску 240-й наждачкой. Все хорошенечко выдуваем, опять обезжириваем, наносим грунт. Грунт наносим несколько слоев, неслоевая просушка. Хорошо все заливаем, все какие-то скольчики, может небольшие какие-то маленькие ямочки есть. Ждем, пока высохнет. Высох, зашлифовываем 400-й наждачкой, можно орбиталкой, но я как-то от руки, чтобы не попротирать канты. 400-й перебиваем потом 180-м файном и наносим базу. Наносим базу, потом наносим лак, два слоя. Ждем, пока высохнет. Пожалуйста, результат. Ставим на автомобиль и катаемся. При желании можно полирнуть. Подписываемся.